правда, как правда. Я попытался открыть глаза. Одна или много разрезанных, перебитых, переломанных. Правда, как правда. И если обошлось без пострадавших, ты суда и следствия и пыток, значит больно будет не сразу. Правда, как правда, а потом. Правда, как правда, я попытался открыть глаза в глазах мухи. Тысячу раз переливается так, что правда, как правда, радуга кажется разноцветным слепящим алмазом. Правда, в каждом из этих масках поверхность луны. Правда, как правда, расчлененная на сегменты. Один скажет кратер, другой ответит долина, третий возразит гора, и повезет еще. Правда, как правда, если каждый заметит, что все это вместе из камня. Но вот полумесяц, что делать с темной стороной луны. Открыть глаза, все свои 100 глаз. Ну-ка, что они там говорят, дружище? Ты еще не спятил, ну а теперь попытайся жить с этим. Слово тому, кто понял смысл этих слов. Вот. Нет, я пытался максимально понятно, вот, но кто же знает, можно ли уловить смысл при первом прочтении. Что сейчас играем? Камни. Так, сейчас. Главный дух. Да, да, безусловно, дух это главное. Если классный мощный посыл, то, возможно, захочется переслушать эту песню еще раз. А чем она закончилась, я уже забыл. Попытайся открыть глаза, все свои 100 глаз. О боже. Что они там говорят? Это наркотики, 100%. Исключительно маковый рулетер. Но большое количество. Самое главное, что у нас трезвый квартирник, сотворчество. Не, ну маковый рулет. То сейчас кто-нибудь услышит слово наркотики и решит. Соединиться. Соседи сбегутся. Стоп, Насок. Группа КАМ официально заявляет, что маковые рулеты еще не запрещены. Их есть можно? Раз, два, три. Что? Извини. Застыли и ничего не скажут, неразличимы с большой высоты. Камни текли и осыпались, застыли, крыши спрессовались, стали потом частью крыши или стены. Асфальт
бетонные плиты, лестницы на чердак неподвижные стоят, напрочь заполнены массой мурованных раньше свободных камней. Однажды камни здесь крошится под тяжестью. Заговорят, и ты услышишь историю и терпения. Мы в бетоне вмурованы прочно друг друга, боимся нарушить покой. Песок на свободе, теряемся быстро, будем занесены, куда пройди. Утром по городу символы любви, кричащие отовсюду. Видишь листья сирени в форме сердец. Символы любви, кричащие отовсюду. Видишь листья сирени в форме сердец. Вторая песня, а третья будет называться «Сердце Москвы». Вы ее сможете послушать. Песни, но ладно. Вы ее сможете послушать через неделю. Нет, можно сейчас, но можно через неделю. Через неделю в группе. Ну давай сейчас, ладно. В клубе имени Джерри Рубина. Вот. Давай третью. Да, все, 6:45. Адрес Ленинская, 62. Будем провожать на Старый год. Так. Невероятно раздутое сердце Москвы, ведь у больного скоро инфаркт, скоро разорвется, и нам отвечать за последствия, собирать крохи, принимать пострадавших. Невероятно раздутое сердце Москвы принимает кровь Енисея, Волги, Амура и Лены. И ему кажется, что оно вправе ничего не дать взамен, оставляй кровь себе. Невероятно раздутое сердце Москвы, гонка желаний бесконечна, но сытый не накормит голодного. Пока сам считает себя голодным, вся Россия смотрит в экран. Каждый найдет свою веру, выйдет свой край. Мы, как капельки крови, рассеемся от Калининграда до Владивостока. Жить и тужить никому не будет грустно, лишь старые москвичи, кто не может без города, будут медленно латать свое больное сердце. Спасибо большое.